Ой, ребята, Василиса сидит, развлекается со своими подарками. Вот она складывает сейчас. Подарили ей два конструктора, вот такой магазинчик. И вот такую... Лимузин и жених, и невеста. Классная. Еще подарили огромные пазлы. Вчера было очень весело. Если у меня получится, я смонтирую влог. Так как было много чужих детей, надо делать накладки, там свои сложности. Но если получится, я сделаю. Какой был бардак в доме, это не передать словами. Да, Василиса? Да. Смотри, если получится, длинная моторка. Ну, мы уже почти прибрались. На самом деле ничего, сейчас, подожди, ничего такого страшного не произошло, на самом деле было просто много конфетти, вот они еще, несмотря на то, что я пылесосила, они все равно где-то еще в каких-то местах запрятались. Вот так вот они, их собираем, почему-то пылесос, они, видимо, примагничиваются к полу, пылесос их особо не подбирает. Ой, короче, нелегкая эта работа. Самое страшное, что случилось во время дня рождения, это они оторвали полку навесную и сломали тетрис. Но так как тетрис я все равно хотела покупать ей новый, а он вообще в мясо разобранный, вот эту полку они оторвали одну из. Ну, я уже обратно ее повесила. Ну, так, по большому счету, все лечится пылесосом всего лишь и половой тряпкой, поэтому ничего страшного. На кухне еще бедлам, сейчас буду заниматься кухней. Сегодня нас тоже пригласили на день рождения к подружке. Мы ей купили подарок. Вот пойдем попозже после танцев. А пока занимаемся домом. То, что осталось от шариков. Смотрите, что я сделала, как машинный кофырят. Ага, здорово. У тебя получилось. Короче, заказала на Вайлдберрисе платье Василисе. Ну, садиковские такие. Типа таких, какие я беру в H&M обычно, в Детском мире. Но вы не поверите эту цену. Посмотрите, какие платья. Они, конечно, идут в размер. Обычно платья маломерят, поэтому я брала 128, получилось на вырост. Значит, для Василисы мне надо брать, походу, 122, а то 116. Может, они больше мерят. Ну, подрастет, все равно пригодится вот такой принт с кошечками. Обычный трикотаж, очень приятный. И вот какой-то такого коричневого цвета, такой же модельки. Очень такие симпатичные. Вы не поверите, сколько они стоят. Они стоят 180 рублей на Вайлдберрисе. Это компания Cotton Kids. Наберите там, наверное, прям по бренду можно. И вот имейте в виду, что есть такие платья на Вайлдберрисе. Очень хорошего качества, отличный трикотаж. Мы еще не мерили, правда. Но мне кажется, прям крутые. Василиса изучает памятник. Идем на танцы. Да, потом после танцев мы идем в аварийный день рождения. Вот там мой подарок для нее. Мы купили маленького Little Pony от Hasbro. И было бы круто снимать, если бы я вообще видела хоть что-то. Но сейчас на танцы очень удобное время, то, что поставили в 5. А потом... Ну, то есть у нас с 4 танцы, и в 5 мы пойдем на праздник, так что мы уже все наряжены, сейчас будем это все переодевать. Вот у нас очень насыщенные выходные. Сначала у нас день рождения, потом у Вари день рождения, а в понедельник еще и у Алены день рождения. В общем, мы всех подарках, всех праздниках. Жизнь удалась. А Василиса в обуви, которая ей велика, и спадает с ноги, но очень хотела красивые туфли. Ну что, ребят, мы на день рождения идем совершенно в другое место, потому что там что-то все подменялось, поперенеслось. Я сейчас иду вообще по такой дороге, по которой никогда в жизни не ходила. Я вообще не знала, что есть в Брянске такие места. Как вот это выглядит?
Очень крутая трасса вниз. Ребенка у меня забрали, потому что встретили именинника, ну, именинницу на машине с родителями. И Василису забрали, чтобы она так долго не шла. Короче, находится это где-то... Это называется что-то Варяг. А Варяг, наверное, вот в этом здании. Или в этом здании. Но идти прилично, кстати. Если вот вы рассматриваете Варяг как место, имейте в виду, что здесь прям... Или только ехать на автомобиле, или... пешком идти очень далеко. Еще и в гору, если оттуда. Такое себе место. Не знаю, почему так получилось. Мама там вся в расстроенных чувствах. Ну, все бывает. Я, например, работая в индустрии развлечений в свое время, могу сказать, что очень часто и подводят и компании, где заказывается, и, ну, в общем, все на свете. Ну, например, как можно сделать в этом месте какой-то клуб дошкольник, усиленной физической и какой и умственной подготовки? Ну, как, я не знаю, сюда ребенка нужно только возить. Сюда ходить вообще невозможно, я так думаю. Очень странное место. Почему-то в самом низу. Я понимаю теперь, почему они в свой бассейн, у них тут есть бассейн, продают все время купоны, потому что... Ну, тут прям надо героем быть, чтобы эти... Дяденьки там в теннис играют, кстати. Ой, у меня коленки аж размялись. Я давно так на коленях не ходила, потому что под гору. Тут много вот... Ну, тут надо прям приезжать, там вот... Понимаю, можно что-то лазить, наверное. Очень интересно. Вон аж куда надо идти. Вот я их издалека вижу. Дойти-то. Как они вообще туда попали? Стоянка. Господи, тут прям картинг. Василиса, привет! Привет! Как дела? Ты куда? Так, быстрее все ко мне, друзья! Ой, все сразу... Почему вы все нарядные? Потому что мы сидим тебе в гости! Ко мне в гости? Поэтому так нарядились? Да! А больше растения! Окей! Вот так, правильно! Ну что ж, а теперь обставим. Поверите, у нас тут сонное царство. Вы посмотрите, как у нас спит котик. Это что-то с чем-то. Под одеялкой.